Джон Марстон, хорошие новости, хорошие новости. Сам полковник лично хочет с тобой поговорить. Идем. Не будь такой приличный. Посмотрите на эту задницу. Великолепно. Оставлю ее на потом. Или убью ее и всю ее семью. Они все равно, скорее всего, мятежники. В любом случае, приятно видеть тебя, амиго. Приятно видеть. Знаешь, ты редкая находка. Гринго, который еще и друг нашей страны. Мы приветствуем тебя. Хорошо. Расслабься, расслабься. У меня для тебя замечательные новости. Правда, замечательные. Те люди, за которыми ты охотишься, их схватили в Чупарозе. Я хочу, чтобы вы с Десантой отправились туда и забрали их оттуда. Это мой подарок вам. За всю вашу помощь, сеньор. Хотя часть меня желает, чтобы ты остался здесь и больше насладился нашим гостеприимством. Спасибо, но все-таки мне хотелось бы забрать этих людей. У меня дома жена и сын, по которым я скучаю. Разве мы не все в такой ситуации, амиго? Де Санта, я хочу, чтобы ты позаботился о сеньоре Марстоне. Vámonos, cabrón, go, adelante. Mi amor, mi amor. Идем, мой друг. Пора предать этих людей правосудию. Это хорошие новости, друг мой. Разве я не говорил, что полковник найдет тебе этих людей? Ради твоего же блага лучше бы это было правдой. Даю тебе слово. После того, что ты провернул с тем поездом с боеприпасами, не думаю, что твое слово что-то значит. Ты должен видеть в этом Эспинозу. Да ладно тебе, Джон. После всего того, через что мы прошли, я думаю, мы можем доверять друг другу. Разве нет? Как вы их нашли? Их схватили прямо возле Чупарозы. Любая крыса однажды выползает из своей норы. Их держат в церкви. Шанс для них лицезреть небеса, пока не отправились в ад. Мы окружили территорию. Взбодрись, Джон. Ты для этого и прибыл. Ты все время на таком взводе. Давай повеселимся. Небольшое состязание с моими солдатами. Посмотрим, кто лучший стрелок. Что скажешь? Все же лучше, чем болтать с тобой. Ладно. У каждого по 5 выстрелов по местным животным. Кто убьет больше, тому я дам $25. Ты так и не рассказал, почему охотишься на этих бандитов. Полагаю, это лучше обычной работы. Знаешь, если бы ты не был таким скрытным, возможно, мы бы тебе доверяли больше. Ты женат? Или насилуешь молодых девушек, как твой полковник? Нет, я бы никогда так не относился к женщине. Это не мой путь. Но для них это честь ублажить нашего лидера. Жену и ребенка у меня отобрали. Вот почему я должен найти этих людей. Я симпатизирую вам, сеньор Марстон. Я женат на своей стране, и эти предатели-мятежники пытаются отобрать ее у меня. Нет, я никогда не женюсь. Женщина может стать огромной силой, как моя мама. Или разрушительной силой, как моя мама. Я понял, что лучше их избегать. Многие мужчины становятся слабыми, поддавшись соблазнам плоти.
Я так понимаю, ты приберег патроны для Чапорозы. Мы на месте. Идем, друг мой. Они в церкви. Не волнуйся. Я прямо за тобой. Очень обнадеживает. Вот он, момент истины. Почему они в церкви? Это хорошее место, чтобы судить человека. Не находишь? Они вооружены? Нет, они пленники. Сделай глубокий вдох и успокойся. Мистер Марстон, благодарим вас за вашу службу этой стране. Levanten esta pizza mierda. Levántenlo. Марстон. Марстон, ты достаточно предавал эту страну. Я надеюсь, что твоя совесть чиста, потому что ты сейчас встретишься с Господом. Брат мой, они убьют тебя, если мы не снимем твои веревки. Сюда, я освобожу тебя. Счастье для тебя, я прибыл тогда, когда нужно. Тогда полагаю, что мы в расчете. Теперь найди оружие и пристрели этих псов. Сражайся, Джон. Это шанс отомстить. Не стой. Убей этих предателей. Убей их всех, Марстон! Эти люди пытались убить тебя! Вам не победить! Ты собираешься биться или нет? Мои братья, сегодня мы доказали, что дни этого зловещего режима сочтены. Скоро мы будем свободными. Будем жить вместе в славной республике, которые будут справедливо править хорошие люди. Но, наша работа еще не выполнена. Наша битва еще не закончена. Мы будем сражаться днем и ночью.
пока местных тиранов типа Аленде вообще не останется. И он, и все его псы не будут преданы мечу. Мы станем свободными. На этот раз все будет иначе для каждого мужчины и женщины этой страны. И наступит день. Наступит день скоро, когда Аленде узнает, что такое правосудие. Братья мои, продолжайте сражаться. В наших сердцах мы все свободны. Так сделаем же это. Простите, мистер. Да я вообще женатый человек. Хреновый из тебя, Ямакаси. Señor. Проблемы ищите? Manos arriba. Mantelas. Tranquilo. Tranquilo, amigo. Tranquilo. Ya lo tengo. Muévase, cabrón. Muévase. El mundo es muy difícil. Tenemos que jugarlo bien. А, мистер Марстон, я знал, что вы придете. Спасибо за подобную встречу. Простите, но нельзя быть слишком осторожным. Мир очень опасен. Особенно, когда наставляете ствол. Прошу.
Мистер Марстон, моего отца убили вчера. Военные нашли его и обвинили в измене. Они вырезали ему сердце и скормили собакам. Аленда сделал это, а потом обесчестил двух молодых девушек. Мне жаль это слышать, Луиза. Мой отец не должен умереть напрасно. Его смерть должна что-то значить. Она значит, что война жестокая и ненужная, и хорошие люди умирают. Вот все значение. Этого недостаточно. Ты знаешь, я делаю все, что могу. Но у меня свои проблемы. У нас у всех проблемы. Дело в людях. Мой отец умер за своих людей. Ради этих людей и миллионов подобных, чтобы они были свободными. Пока существует оружие и деньги, не будет никакой свободы, Луиза. Мистер Марстон, наше движение на пороге Великой Победы. Аленда знает это и запросил подкрепление. Абрахам Рейс лично просит вас, чтобы вы не дали им попасть в эскалеру. Они пойдут по старой тропе. Вы должны устроить засаду. У меня есть своя семья, о которой нужно заботиться. Мистер Марстон, я потерял отца. Моя мать в Соединенных Штатах. Моей сестре пришлось бежать. У меня нет семьи. Только дело. Прошу. Хорошие дела делают вас хорошим человеком. Значит, я проклят. Но я помогу тебе. Я понимаю, что ты потеряла. Спасибо вам, мистер Марстон. Спасибо. Вперед! У нас мало времени, чтобы устроить засаду. Мне жаль твоего отца. Его смерть не должна быть напрасной. Теперь мы должны биться еще яростнее, чтобы Абрахам пришел к власти. Я восхищаюсь твоей преданностью. Он истинный революционер. Человек, который ставит нужды других выше, чем свои. Человек, который бьется любовью, а не ненавистью. Но вы это уже знаете. Я слышала про битву в Чупорозе. Как он убил почти сотню солдат, чтобы спасти вам жизнь. Об этом будут складывать легенды. Я просто уверен. Я могу вам доверять, мистер Марстон? В каком смысле? Вы так многое сделали для меня и моей семьи, но я все еще не могу простить вас за то, что вы помогали Аленде, за то, что вы сделали мятежником. Я здесь из-за двух людей, это все. Я не выбираю стороны. И уж точно не сражаюсь на войне, которая не моя. В этом нет смысла. Вы делаете выбор, не делая выбор. Вы знаете, Аленда предал меня. Я видел, как он творил злодеяния, что даже у меня вызывает отвращение. Однажды я вырежу ему сердце. Но я, ты, он, мы все стреляем людей. Не вижу, какая между нами разница. Разница в том, почему, мистер Марстон, наши идеалы. Не может быть революции без крови. Пока люди не забудут, ради чего стреляют, и не начнут просто наслаждаться убийствами. Вы, американцы, забываете слишком быстро, в этом проблема. Если бы не ваша революция, вы бы до сих пор готовили чай для англичан. По крайней мере, мы знаем себя. Намного сложнее понять, почему собственный народ считает себя дерьмом. Здесь то же самое. Мы дали отпор испанцам, дали отпор французам, даже дали отпор американцам. Наконец, Мексика завоевала независимость. И все, что мы делаем с тех пор, это сражаемся друг с другом. По крайней мере, не изменяйте традициям. Все закончится, когда Абрахам придет к власти. Когда испанцы ушли, мы переименовали эту провинцию. Нуэво Параисо. Новый рай. Однажды это название себя оправдает. Почему вы так сомневаетесь в нашей революции, мистер Марстон? Полагаю, просто не могу притворяться, что понимаю политику вашей страны. Но вы считаете, что мы боремся напрасно? Меня в расчет не берите. У меня сейчас не очень много веры во власть. Именно поэтому мы должны продолжать бороться за перемены. Ничто никогда особо не меняется. Вы человек, который пал духом. Без сомнений. Однажды я полагал, что можно что-то изменить. Люди, которых я ищу, тоже так думали. Думали, если прольем достаточно крови, то сможем изменить взгляды людей. За революцией всегда следует кровь. А после всех боев – свобода. Мы никогда не будем свободны. Будьте честны с собой, и тогда будете свободны. Должно быть, это то, чего я не понимал все эти годы.
Спасибо вам еще раз, что помогли бежать моей матери и Миранде. Хотела бы я и своего отца отослать. Ты сделала, что могла. Они ничего не знают о смерти отца. Я ужасно себя чувствую, но для них здесь теперь опасно. После нашей победы они смогут вернуться в Новую Мексику. А что ты? Я останусь и буду бороться. И умру, если потребуется. Эмилию тоже. Мы близки. У вас есть дети, мистер Марстон? У меня сын дома и дочь на небесах. Он присматривает за вашей женой. Я надеюсь. Он не намного моложе тебя, но я не знаю. Он все еще молод. Мы пытаемся защитить его. Дать ему детство, которого у нас не было. Полагаю, у меня не вышло. Как его зовут? Джек. Джек Марстон. Я был не очень хорошим отцом. Мы старались скрыть от него все плохое, но он все равно видел то, что не нужно. Уже недалеко. Военный конвой будет идти с востока. Мы украдем их припасы? Нет, уничтожим и убьем всех. Абрахам хочет передать послание. У вас был опыт обращения со взрывчаткой? Небольшой. Давно это было. Хорошо, потому что у нас его не было. У вас будет детонатор. Мои люди ждут нас. Также им понадобится ваша помощь в установке динамита. Сделаю, что смогу. Мы сделаем это ради моего отца, Джон. Вон они. Эти люди помогут вам заложить динамит. Прошу, укажите им место. Я буду ждать наверху, следить за повозками. Хорошо, за мной, джентльмены. Куда закладывать? Чего ты ждешь? Говори нам, куда закладывать динамит. Один сюда. Должна быть цепная реакция, знаешь ли. Сюда. Вот здесь. Последний сюда. Ступай к Луизе и детонатору. Здесь мы справимся. Хорошо, я рада, что вы помогаете нам. Они идут. Приготовьтесь, Джон. Эти припасы используют против моих людей. Их нужно уничтожить. Смотрите, они идут. Давайте сейчас. Нет, им нельзя дать уйти. Конвой уничтожен. Спасибо, мистер Марстон. Мы на шаг ближе к власти. Мой отец бы очень гордился. Я надеюсь, это того стоило. Я должна вернуться в Мирадо. Приходите, когда сможете. Я сделаю, что смогу, чтобы отплатить услугой за услугу.
становись спонсором прямо сейчас. Некоторые уже поддерживают ВХСника. Я поддерживаю ВХСника. Я поддерживаю ВХСника. Я поддерживаю ВХСника. Я тоже поддерживаю ВХСника. Они поддерживают ВХСника. А ты? Вступай в ряды спонсоров и помоги выжить каналу. Спонсорство — гарантия получения контента.